Ежегодно в День Победы проходит шествие «Письме приколов». В этом году традиционно охотное шествие коалиции не будет. Вместо этого принять участие в памятной акции можно будет в другом формате. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига. В то же время напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзор с места водителя. Рекомендуется размещать их на задних и боковых задних пассажирских стеклах с внутренней стороны.